Дай почитать. Здравствуйте, Ксения Станиславовна Литер, декан факультета филологии Вятского государственного университета. Трудно не согласиться с библейской цитатой «Человеком положено однажды умереть». Мы можем сколько угодно строить планов, мечтать, желать долголетия, но никто из этой жизни еще живым не выходил и живым не возвращался. Оборваться она может в любую минуту. Помните Омара Хайяма? «Познай все тайны мудрости, а там устрой весь мир по-своему, а там живи беспечно до 100 лет, счастливым протянешь чудом до 200, а там». Книга о смерти и вечности будет интересна широкому кругу читателей, прежде всего интересующимся исламом, а также всем, кому интересны каноны исламской веры и их трактовка в современных условиях. Автор – Шамиль Алеутдинов, имам-хатыб Московской мемориальной мечети, исламский богослов и проповедник. Им написаны также такие книги, как «Священный Коран», «Смыслы», «Богословский перевод», «Хадисы» о высказывании пророка Мухаммада, да благословит его Всевышний и приветствует, как «Увидеть рай», «Мужчины и ислам», «Женщины и ислам». В 2012 году он создал авторский проект «Триллионер», который рассматривает мусульманские ценности как инструмент для духовного, интеллектуального, физического и материального преображения жизни. За время существования этого проекта он написал 9 книг на эту тему. Смысловые переводы аятов – это коранический стих, и хадисов – это предание о словах и действиях пророка Мухаммада, которые использованы в книге «О смерти и вечности», сделаны Шамилем Алеутдиновым. Книга печальная, скорбная, но и философская, и элегическая. Понятно, что у каждого свой срок, и автор подробно, опираясь на священные мусульманские высказывания, повествует о воскрешении из мертвых, аде, рая, погребальной молитве, приготовлениях к захоронению и о многих других тонкостях соблюдения ритуальных церемоний, правилах поведения на похоронах и в доме покойного. Думаю, это очень полезная книга для каждого мусульманина. Любопытно, что в ней наряду с внушительными цитатами и скромными по объему комментариями есть вопросы и ответы. И это вносит современное прочтение, помогает сохранить и адаптировать мусульманские каноны к нынешним реалиям. Например, какое место в раю занимает женщина? В Коране написано, что рай предназначен мужчинам. Оказывается, ответ, что это не так. И особенность арабского коранического стиля заключается в том, что при повествованиях, касающихся мужчин, автоматически подразумевают и женщин. Следующий вопрос. Правда ли, что в раю мужчин будет от 2 до 70 жен? Разрешается ли присутствовать на похоронах не мусульманина? Что ж, дорогие слушатели, на эти и другие вопросы вы найдете ответы в книге Шамиля Алеутдинова «О смерти и вечности 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! «Дай почитать».